В повестке дня 37 вопросов. Сегодня начало свою работу 29-е внеочередное пленарное заседание Государственного собрания. Депутаты Илтумен в первой половине дня рассмотрели законопроекты и, по их мнению, в главном финансовом документе утвердили проект о формировании Центральной избирательной комиссии, а также рассмотрели постановление об утверждении части состава Общественной палаты. Отметим, что срок полномочий нынешнего состава Общественной палаты истекает 17 июля этого года. Из 66 членов 22 утверждает Илтумен. Было подано 68 заявлений, из них в процессе рассмотрения три кандидата изъяли свое заявление. Таким образом, у нас на рассмотрении комитета на пленарное заседание осталось 65 кандидатов. Два человека не соответствуют требованиям закона в Общественной палате, которые выдвинуты. Одна из них, она замещает должность и является государственным служащим. И один кандидат подал документы, которые не соответствуют требованиям закона.